Вот тут какое-то мероприятие. Что пишут? Попробуйте, значит, покататься на... А, вот они. Вот эти вот электрические доски. Вот, говорит, можете попробовать. Вот они здесь лежат. Я понял. А где велосипеды? А это тоже электрические, да? Ну да, что-то здесь такое налеплено, смотрите. Какие-то вот дизайны. Да, вот их тут много разных. Так. Ага. Ну вот вы видите, да, тут? Видимо, это аккумулятор у них тут. А моторчик вот здесь. То есть, наверное, можно и педальки покрутить, и на моторчик поставить. Это вообще какая-то красота. Yes, sure, sure. So, did you try it? What's that? Oh, you... No, I work here, yeah. I've tried them. Okay. So, how does it feel? This one's $29.99. Тут, тут еще какой-то тут электрический приборчик. Овечка. Ой. Вау. Да. В чем смысл овечки? Вот, говорит, попробуй, говорит, электрический велосипед сегодня. Нет. А вид у нее такой, как будто она уже покаталась на электрическом велосипеде, и так немножко у нее глазки так закосили. So what is the whole thing about that little one? Is it for kids or? No, it's a folding bike. It's for commuter. So it folds in, it folds down. А, он складывается. Yeah, it folds. Для тех, кто едет на работу, вот он складывается. It's for commuting or short trips. And for how long that battery will serve? That'll go about 30 to 35 miles. Uh-huh. And it takes about 3 hours to charge. Okay, but it comes with some extra batteries? I mean, you use one? You can get additional batteries. You plug it in to charge, so you can plug it in here. Mm-hmm. Or it also comes off the bike as well. Uh-huh. So you can take it. And how much is the whole thing? $1,499. Okay, it's like a motorcycle. Yeah, the lower cost version of a motorcycle. And the bigger ones are of same price? So they range from $1,499 and then go all the way up to $35. Uh-huh. Yeah. Okay, interesting. Yeah, this is a much higher end model for us. That's a sister partner company from Sweden. Oh, you're coming back? Mm-hmm. Okay, okay, thank you. You're welcome. Mm-hmm. Ну что, значит, от 1500 вот за тот масипусик до 3500. И хватает его, что она там сказала, я забыл уже, на батарея 3 часа заряжается. В общем, вот такая нынче тенденция. Значит, цена как у хорошего мотоцикла или у половины... При... Это мотоцикл, не можешь с собой в машину положить, а ты положил в машину, доехал до какого-то места и дальше доезжаешь до работы. Это правда, это правда. Ну, в общем, цена как за половину неплохой, допустим, пользованной машины. Ну, то есть, оно не дешевое. Я бы сказал мягко, если то не дешевое.